Этот день пройдет, как вчерашний, не внимая голосу совести. Боюсь, это я настоящий. Такие вот новости. Вчера хотел стать добрей, думал, с утра начну все сначала, больше работать и любить людей. Но воля опять подкачала, я опять разрушаю себя, а время летит все быстрее. Чего-то хочется день ото дня, но боюсь, ничего не успею. Но если есть хоть одна причина выплыть со дна, то скажи, скажи. Ведь все, что слышал я, бред, и даже лучший ответ. Миражи, миражи. Такое чувство, что мозг в тюрьме, из которой не будет амнистии. Душа в глубоком кошмарном сне, и уже не спасти ее. Кто я такой, для чего я тут? И почему вокруг так убого? Одни жируют, другие мрут под чутким руководством Бога. Но если есть хоть одна причина выплыть со дна, то скажи, скажи. Ведь все, что слышал я, бред. Я бред.